Гоша, здрасте. Здрасте. И вам здрасте. Мне один дядька сказал, что будто бы трамвай ездит на лифте задом наперед. Такое бывает? Нет. Не бывает. Будто бы бывает оранжевый крокодил. Бывает? Не бывает. Не бывает. Вот. О, вот вы мне об этом рассказали. Будто бы дождик идет не сверху, а снизу. И зонтики надо носить наоборот. Бывает? Нет. Не бывает. Я тоже думаю, не бывает. Вообще волшебства не бывает. Не бывает. Вы со мной согласны? Согласны. О, коллега, не бывает. Не бывает. Бывает или не бывает? О, да, я понял. Зеленый крокодил, бывает? Громче отвечайте, не слышу. Бывает. А синий крокодил? А папа с ремнем бывает? Бывает? А, ну. А бабушка с вареньем? А бабушка с кислым вареньем? А мама с микстурой? Ну, все это бывает, а вот волшебства не бывает. Не бывает. Кто верит в волшебство? Вот. Что? Да не бывает волшебства. Не бывает. Ну, подождите. Сейчас. Я вам скажу. Я вам сейчас скажу. Ой. Слушай, да что это? Театр, что ли, какой-то, да? Сейчас, подождите, посмотрим. Ой! Не, ну а что не хлопайте? Сейчас никто не идет, подождите. Что это вообще такое-то? Это ти. Все, волшебства не бывает. Не бывает. Волшебства не бывает? Нет, не бывает. Не бывает? Не бывает. Бывает волшебство? Не бывает. Волшебство бывает правильно. Молодец. Я тому доказательство. Гражданин, а кто? Я профессор магии высшей категории. Профессор магикус. Вот у меня даже диплом есть. Пожалуйста. Диплом! Больше не Верхин. Волшебства не бывает, извините. Сейчас кто читать умеет? Это буквы какие-то. Читать умеете? Да. Я тоже сам до первого класса научился. Ладно, в общем, этот, ваш диплом, знаете что? Бумажка обычная. Вот все, ваш диплом. Вот. Да. Все, никакого волшебства не бывает. Волшебные дипломы неуничтожимы. Сейчас смотрите. Варикус. Уважаемая публика, пожалуйста, посмотрите у себя в карманах. Может быть, в сумочках, может быть, в шляпах, может быть, в руках. У кого-то из вас точно должен быть диплом. Может, у вас? Посмотрите внимательнее. Нету? Наверное, у вас, молодой человек с телефоном. У вас диплом, посмотрите в карманах. Нет. Молодой человек с бородой. Ну, посмотрите смелее, что же вы не смотрите? Ну, что вы сидите, смотрите. Вот он, смотрите.
многоуважаемый Гоша, посмотрите, вот диплом. Волшебные дипломы не уничтожаются, в воде не тонут, в огне не горят. Харикус! 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 Пожалуйста! Извините! Извините! Жулик! Жулик! А это она с ним заодно. Минутку! Сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу. Вот! Вот ваш диплом! Огонь не игрушка, тем более с волшебным дипломом! Да, да, вот, 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 Пожалуйста, он исчез! Вандалам не подчиняется! Вы не верите в волшебство? Не верю! Мы сейчас вам продемонстрируем, что такое настоящее волшебство! Итак, возьмем... О! Веревочка. Жулик! Волшебная веревочка. Сейчас не получается. Сейчас попробуем еще раз. Не получается. Попробуем по-другому. Шарикус, варикус, марикус. Варикус! Ну, у него в рукавах сейчас спрятано, правда? Ну, не бывает, не бывает. Юная леди, можно вас на минуточку? Прошу. А? Вот это волшебство. Прошу. Вот так ему и надо. Вот, мы сейчас попробуем с вами по-другому. А посмотрите на зрителя. Посмотрите, смелее, смелее. Вы что-нибудь видите необычное? Приглядитесь к ее правому уху. Приглядитесь, Поверните. Видите? Прям в ухе торчит. А, туньте сюда. Длиннее. Куриное яйцо. У вас там, наверное, курица несет куриные яйца. Очень удобное ухо. Можно каждое утро доставать яйцо и делать завтрак. Правда? Прошу вас, возвращайтесь обратно. Итак, Гоша! Я! Профессор, вы у вас на... тут театр улетает. Да пусть лежит, хорошо лежит. Пусть лежит. Итак, а. Гоша, вы убедились, что волшебство бывает? Ага, во волшебство. Деревянное не бывает. Не бывает. Не бывает. Он меня слегка утомил. Гоша. Я тут. Исчез. Гоша. Ох. Ох уж этот Гоша. Ой, смотрите. Смотрите. Опа. А вы говорите, не бывает? Ничего не бывает, жулик. Жулик, сначала кинул палку, потом поднял палку. Шарикус. Что шарикус? Варикус. Да. Варикус. Волшебство. Бывает. Правда, Гоша? Прошу. Профессор. Да? Профессор. Научите, а? Ну, чуть-чуть. Я это тоже волшебство. Хотите научить, пока не поздно. Чистокуму научить. Вот такое ведро мороженого наколдуем. Нет? Профессор, научите! Для того, чтобы научиться настоящему волшебству, ага. Надо освободиться от всего лишнего! Пиджак не отдам! Нам не нужен ваш пиджак! Попробуем! О! Возьмем небольшой носовой платочек! Дорогой Боша, не выберете ли вы ассистента? Свидетели нужны, ассистенты. О, пройдите сюда, пройдите, идите. Вот вы, вот сюда. Вот в кепочке. Давайте. Все, сейчас, вот свидетель есть, так смотрите. Обычный носовой платок берите, пойдемте. Возьмем крепкую веревку. Прошу, поставайте сюда. Как вас зовут, свидетель? Как вас зовут? Давид. Очень приятно, Давид. Свидетель Давида, аплодисменты. Очень приятно. Итак,
возьмите за этот конец веревки, а вы, Гоша, возьмите за этот. Шудовой. Тяните посильнее. Тяните. Давай, сильнее. Ай, не так сильно, что ж вы делаете-то? Теперь тяните, 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 не останавливайтесь. Теперь связывайте мне руки. Да. Прошу. Помогайте, Давид. Связывайте. Так, на узел крепко. Тяните. Тяните, вот, тяните да. Сильнее. Да не так же сильно, что вы делаете-то. Второй узел завязывайте. Давай второй узел завязывайте. Тяни. Тяните. Давайте, давайте. Сильнее, сильнее, сильнее. Теперь накройте мои руки носовым платком. Прошу вас. Профессор. Здесь рядом, Давид. Пожалуйста. Пожалуйста. Не так открываете, ну не совсем удобно. Ну что вы делаете? Ну аккуратно. Вот так вот так. Ну вот, я же вот. Да не так, вот так вот, чтобы не соскальзывало. Что? Это же не нравится. Вот. Видел, да? Не так, вот так вот. Будет удобно. Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Ой. Так? Ой. Ухо что-то, не потешь ты мне ухо? Почешите, пожалуйста. Да не это ухо, другое ухо. Почешите другое ухо. Да не это другое, почешите. Да не это, чешите другое. Да друг, чешите быстрее. Да не это, ой. Это нас. Жулик! Ошибся. Жулик! Жулик! Вяжите меня! Попробуем с вами. Вяжите. Ну-ка. Многоуважаемый Гоша, нужно крепче свернуть ваши ноги. Возьмите веревку. Прощайте. Возьмите. Тяните в ту сторону. Тяните сильнее. Тяните. Сильнее. Кладите ваши руки. Прошу. Так, теперь завяжем на узел. Покрепче. Так, покрепче. Держите. Так, теперь. Подождите, секундочку. Так, теперь на второй узел, чтобы было точно не развязаться. Оп. Теперь на третий. И на всякий случай на четвертый. Ага. Еще на всякий случай на пятый. Ага. На шестой. Куда больше? Итак, Гоша, соберитесь, сосредоточьтесь. Прошу вас, Давид, вставайте сюда. Вы должны сконцентрироваться. Взять как можно больше внутренней энергии и освободиться. Стать свободным. Легче. Давайте смелее. Давайте сконцентрируйтесь. Никак не получается. Давайте попробуем вместе. Шарикус. Парикус. Парикус. Карикус. Завязали на ней стыдло. Вообще. Он меня обучает. Что же вы делаете? Слушайте, вообще не получается никак. Ничего разбирать. Гоч! Гоша! У вас получилось. Ой. Освободите меня. Развяжите меня. Но у вас получилось. Вы же смогли справиться. Жулик! Ну, вы научились. Надо еще немножко потренироваться. Давид, и Гоша. Хотите попробовать? Давайте попробуем с вами. Попробуем. Прошу. Садитесь смелее сюда. Не будет вам больно. Мы сделаем все аккуратно. Кладите ваши руки. Кладите ваши руки. Теперь аккуратненько связываем. Связываем. Сильнее. Еще сильнее. Накрываем платочком. Вместе скажем с вами шарикус. Вместе шарикус. Варикус. 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 Тяните руки. Вытягивайте. Алле. Оп. У нас все получилось. Давид! Освобождайтесь, вы теперь тоже волшебник! Немножко... Волшебник! Не может быть! Да, палочку забери. Так, минутку. Профессор! Что это? Не твоя только? Мусор какой-то. Да вот, у меня мусор какой-то. Еще не спи. Что за мусор какой-то? Привязался. Прошу, попробуем. Итак, попробуем вот так. Вот так вот. Что это у вас? Вот, уважаемый Гоша, тарелка. Вам нужно перекусить. Вы потратили слишком много магической энергии. Потратил. Кто хочет есть? Кто завтракал? Кто завтракал, поднимите ногу. А, ну завтракал, тогда с вами делиться не буду. Не завтракал? Ладно, сейчас позавтракаем. Нет.
еще можно съесть? Ну эту, ну эту, ну картошку тогда. Круглая такая, круглая еще такая. Точно треугольная, как она? Птица, точно птица. Птица, пицца. Уважаемая публика, кормим всех птицей. Ну, этой пиццей. Ладно, с чем будете? С чем? Не знаю, складывайте. Вы сюда, не знаю, кладите. Так, не знаю, сложили. С чем? С краской? Так, с кем еще? С колбасой? С вареньем будешь, птиц? Давай, с вареньем. Вам с сосисками или с сыром? И сосиски и сыр складывайте так. Так, вам с чем? Подогреть. Нет. Птица, куда ее это подогреть? О, в печку. Вы меня обманываете? Прошу вас, леди, леди, прошу, идите сюда, вот сюда. Вот там ступенечки, не бойтесь, по ступенечкам идите. Пицца! Внимание, внимание! Две пиццы. Внимание, внимание! Внимание! Кто любит яблоки? Поднимите две ноги. Вот другое дело. Красное или зеленое? Красное, хорошо. Jagger, 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 jagger
Профессор, вы знаете, один раз я превратил пальму в банан, а банан превратил в ананас. Пойдите посмотреть. Коша, да. Я думаю, надо перейти к более масштабному волшебству. Давайте позавтракаем, Коша, позавтракаем. Позовем слона Жору. Слона? Слон. Вон, слон! Кого? Да вот там, где корова полетела. Итак, перед вами дрессированный слон Жора. Возьмите. Жора, когда он в хорошем настроении, может делать разные трюки. Итак, Жора, сидеть! Жора! Голос! Жора, стоять! Жора, кувырком! Попробуем исчезновение дрессированного слона. Для этого берем ширмы. Дрессированного слона за ширму, аккуратненько, тихонечко, чтобы аккуратно встал. И говорим шарику, сварику, сварику, сварику. Убираем ширмы, и слон исчез. Будешь смелый? Благодарю, 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 спасибо, спасибо. Да, что, где? Коша. Вы не очень хороший ассистент. Попробуем по-другому. Шарикус, варикус, варикус, шарикус. Попробуем еще раз. Не спешите, не кричите, молодой человек. Ставим ширму. Так. Вторую. Помещаем слона за ширму. Скажем шарикус, варикус, варикус. Убираем ширму. Слон исчез. Аплодисменты! Аплодисмент! Спасибо, спасибо, спасибо. Ладно, сделаем перемещение слона сначала. Шарикус, варикус, гарикус, варикус. Слон здесь. Там его
Нет. Попробуем еще раз. Итак, ставим ширму. Слушайте, профессор. Подождите. А вы можете грузовик с мороженым туда-обратно? Могу, но это дорого стоит. Итак, помещаем слона за ширму. Говорим шарикус, сварикус, парикус, гарикус. Убираем ширмы. И убираем нашу тряпочку. И слон исчез. А где слон? Слона не видел? Да где это, что ли? Это... Никого нету. Слон исчез. Он отправился на купание. Слушай, а что у вас стол валяется? Стол волшебный. Это не минуло. Да волшебного стола не бывает. Итак, многоуважаемая публика, подойдите ко мне поближе. Посмотрите. Ничего? Как так? Не может быть. Тут что-то должно быть обязательно. Засуньте руку. Поищите. Поищите, ищите, ищите. Смелее, сильнее, быстрее. Не получается. Действительно ничего. Этого не может быть. Попробуем когда? Шарикус. Варикус. Гарикус. Варикус. Не так сильно щекотите, дождь пойдет, дырку протрете в облаке. Аккуратнее. Теперь все вместе со мной скажите шарикус, варикус, парикус, гарикус. Алле, оп, елочка. Но сейчас для нового года рано, правильно? Попробуем по-другому. Шарикус, варикус, парикус, гарикус. Чуть помогайте, не помогайте. Гарикус. Посильнее. Итак, мы заставим этот стол летать. Попробуем. Шарикус, парикус, гарикус, парикус. Все исчезло. Поднимите свои пальчики. Сделайте вот так вот. Еще раз. Алле! Оп! Стол волшебный. Почти живой. Попробуем по-другому. Итак, поставим ведро на стол. Сейчас будет самое страшное колдовство. Не испугайтесь. Попробуем. Шарикус. Варикус. Парикус. Гарикус. Магическая почта прислала мне телеграмму. Секундочку. Пусть пришла я.
Ладно, одним глазком посмотрим. Закрывайте один глазок. Видели? Ладно, другим глазком посмотрим. Ha ha ha!
Я плыву на корабле, рулю этим как Штролю, наврал. Штролю наврал. В общем, стою, рулю, гуд. Гоняют меня пираты. А я им... Защищайтесь! Ну, в общем, я это говорю. Я вас победю. Как правильно, побежду или победю? Побежду. Я вас побежду! Ну, в общем, держись, профессор. Сейчас я тебя побежду. Выходи! Многоуважаемая публика, просим вас никогда не повторять этого дома. Это можно, да? Очень опасно. И грозит страшными ранениями. Для этого нужно тренироваться много лет. Пожалуйста, сердце.
профессор. До скорой встречи, многоуважаемая публика. Мы с вами еще обязательно увидимся. До свидания. Слушайте, а можете превратить автобус? Автобус превратить обратно в этот...